얘 미디어 어떻게? 나 지금 미디어 그렇지. 그렇지. 한 문자스도 클래식 중주도 찍었어. 이따 알았어. 사드. Hammaga salom aziz do'stlar va YouTube tomoshabinlari va podpishchilarim. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan videoyim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekistonning mega yulduzi Tohir Sodiqovning ijodiy ofislaridan bo'ladi, ya'ni eksklyuziv kadrlar. Bu videoda siz Tohir Sodiqovning yangi taronalar ustida ish olib borayotganlarini ko'rishingiz mumkin va bolalar guruhi ijodkorlaridan kichik kavrlar, ya'ni Tohir Sodiqovning eng mega hitlaridan kichik-kichik kavrlarni ko'rib zavq olishingiz mumkin. Qani bo'lmasam ketdik. Карантин кончился. Карантин. Очень много молодых кончился, но сегодня первый раз за три. Ой. За три месяца? За два с половиной. У нас последняя Руны. Свадьба 22 марта была. 27 июня. Ровно два с половиной месяца. Два с половиной месяца мы сидели все без дома, в масках. Сегодня привалило счастье, у нас работы. Сегодня мы едем на свадьбу. Свадьба состоялась. Поэтому такие счастливые. Наконец-таки. Работать начали. Веселье за сколько кончилось. Вот. И вот смотрите, там в студии Тахир занимается. В студии Тахир занимается. Я слова пишу дома. Да, а я... Гитарный парк. Бахтер Нурматов, наш басист. Ну-ка давай, бах. Что-нибудь бацай нам. Будем это? Мана тизлаше. Не все мы с тобой. Кеген тот кушлары герен. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Мен юнурдым хафаман узымдан. Армор идыгым. Yo'q emasligu meni chindan sevgan nozga bir qizaloq o'zimdan javob o'zimdan beri Тимур Гайнутдинов. Қарсаклар достар. Башқасын айтайлы. Анаркан манарка. Шоқроқ енді. Мен мәселені беремін енді. Тимур Гайн, Батыр Нұрматов. Сен айтқан. Аброш Шариф. Аброш Шариф. Ёш. Умидли. Умидли. Бизнесмен лаган. Аспан. Аспан Виктор. Сен айтқан. Давайте я ритм даю. Да, да. Я вообще все
Shoshardam sen tomonga Chikmagardam ki yonatina Lekin kordam sen O'z ko'zim bilan Kordam o'zga bilan Meni qo'rqitdinga O'ylashdik jonimga Har kuni o'sha yerga Aytgin nega So'zing farqli ko'nglingda Diling farqli tilingda Bu so'zlarni rad etma Sen rad etma Ya kesip Чего? Я с камерой родился, брат. А, вы с камерой? Я в 3 года уже в кино снимался, ребята. Знаете? Конечно. Что делаете сейчас? Фильм? Старики-разбойники. Старики-разбойники, ага. Нет, старики расстройники. Расстроены. Да, я их расстраивал. Они все плакали, когда я играл. Тимур, я не понимаю. Мама, это что, гитара ларасы копа? Я хайсы бары зоры, и не ёкан сизге. Мама сизор. И не ёкан хайсы сизге. О, мама гитара, это я Екатеринбурге покупал гитару. А ты не мама ли? Потом я ее продал, потом ее Тахир обратно купил, и она ко мне вернулась. Вот эта гитара. Вот это я в Екатеринбурге Фендер брал. Вот. А вот это в Америке я брал. В Америке? Сколько да, он стоит? Да, с Радиком. Она очень стоит. М? Стоит. Но она не очень дорогая, но она экспериментальная. Вот этих гитар 10 штук всего в мире. 10 вот это, 10. Американец. Экспериментальная гитара. Американец? Да. Или мексиканец? Он Америк... Это Мексика с этим, с гитар-центром американским совместно работа. Круто. Я не понял, что вы дали мне гитару? Что вы гитару рекламируете свою? Я вообще, а что я должен? Тебя рекламировать, что ли? Где вот наш Пупсик. Посмотрите. Кинг-Конг Бола. Вот, я хочу его прорекламировать. Очень хороший парень, между прочим. Thank you very да, much. Очень хорошо на басу играет. Но он так меня достает, я вообще его... Он очень любит песни народные. Он так хорошо поет, особенно подпевает Тахиру, когда... Я люблю. Стойте, вы ошибаетесь. Что подпевает Тахиру? А, он солист, да. Не солист. У меня голос почти одинаковый. Почти одинаковый, да. Да, он вообще не различит. Я вот когда Филиппа Киркорова, если где-нибудь играет, я сразу Бахти вижу. Потому что у него абсолютно такой голос. Да хватит ты меня снимать, сколько можно, подожди. Ребята, вот этот парень, Абошка, это мой ученичек сейчас. Я его, ну, песни мы с ним делаем, худо-хохлеса, запишем альбом. Вот первое уже сделали, вторую сейчас да. Скоро будет. Я думаю, нормально. Хороший парень. Да, Арсланчик. А вот наш братишка. Это Арслан Садыков. Здорово. Где папа? Не знаю. А ты что, один что ли? Качлик қылыш керек, не қалмасын, развитие қалды. Шо развитие асын өзімізім болды. Дәлелім осман яқшы шықты. А? Дуақым осман деп бейді, а? Дәлелім болады. Бокс видетіл деген. Факт.
دلیل فکت ماست دلیل فکت اثبات ما اثبات کنم دلیل دلیل دیدی بود نیده سورت دیدی ارس چیده هم بار باشقه سده بار شنده ایتلده شنگه دلیل ماست ما دیدی چلان روزه دیدی Bugün doğru negam geldiler. İyi rahmat. Bugün o Takir Plov. Plov великий Plov межрегиональный Plov. Да, правильно? Ургенч точки аралаш. О, Ургенч точки. Адаптированный в таз. Межрегиональный. Межрегиональный. Адаптированный Plov. Лекин осты гапил Ренат Сабиров зор кылады осты. Но здесь хамма участвует хлят тоже, они же умно нам зорчат. Точно, точно. Хамма участвует хлят, они же ничего зорчат. Я когда плов делаю, моя дочка принимает участие, тогда хороший плов получает. Сторос, да? Конечно. Кызым пьёс-пьёс, наверное, кое варлаштырса, чроличка. А так бузым кса вообще был. Я зор хлял, но дору негам балу данам, тоу данам хит уралашчат. Плов из миди. Курнатись ма? Дурнагам. Вот конегам. Съемка? А что ты уже старый, что? Хусан Садыков, великий человек. Мана ин яхши курня одамы мазу гула. Хусан, я люблю очень, потому что это мой родной. Ичинам билан, басынан шу балан, ёшлигинам билан, но хамиши яхши курням, Хусан. Просто. Эн зор, эн добрый, эн, блядь, юрагу очих был великий адам, да? Я сейчас Узбекистан хаму верила. Видишь как? Хана Ринат Сабиров хочет китте мы? Ринат Сабиров хочет. Бизнес хочет. Ачичуклярда кыл дейк, ане. Ачичуклярда лекин зор бопты, лекин. Тимур Ага, пожелания нашим молодым гитаристам. Можете Нет, я всем сказать. Гитаристам могу только сказать. Ребята, вы так молоды. Столько сейчас самого, вот если бы в мое время было бы столько информации, сколько вы имеете сейчас. Кстати, это вообще великолепно. Я желаю всем удачи. Играть. Я знаю, есть такие ребята молодые у нас в Узбекистане. Узбекистан всегда гордился гитаристами. Очень много было и раньше, и сейчас. Я вот вижу молодых много гитаристов. У меня сердце радуется, потому что ребята молодцы. Любят свой инструмент, играют, прекрасно играют. Есть такие ребята. И тем, кто хочет дальше играть, например, или те, кто только хочет начать заниматься, я желаю большого-большого успеха в дальнейшем. Потому что гитара это великолепный инструмент. Вот я вот до сих пор, сколько мне лет, я сколько играю, сколько и учусь. Потому что возможности к пределу этого инструмента нету. Век живей, век учись. Да, музыка вот она объединяет. И просто очень люблю эту музыку. Так что желаю всем успехов. И это должна быть усидчивость такая, настырность. Может не получаться, будет трудно. Перейдите через этот шаг, будет легче. Еще раз перейдите. И потом не заметите, как вы будете играть, и вас будут слушать. И вами восхищаться. Большое спасибо, Тимур Ака. Большое спасибо от души. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Chunki bu videoni like'lar orqali men sizlarga video qanchalik manzur bo'lganini bilib olib, xuddi shunga o'xshash videolarni sizlarga taqdim etib boraman va Tohir Sodiqovdan eksklyuziv videolarni yozib, sizlarga taqdim etishda davom etaman. Hammaga rahmat. Sog' omon bo'ling va o'zingizni asrang.